Более 2 миллиардов человек в мире имеют проблемы со зрением. Это последние данные Всемирной организации здравоохранения. В медучреждения с жалобами все чаще обращаются именно молодые люди. Лазерная коррекция позволяет избавить пациентов от близорукости, дальнозоркости или астигматизма. А новые технологии — Ирина Водина. Сегодня обрести новый взгляд на мир можно всего за 15 минут. Малоинвазивная технология исправляет астигматизм и близорукость до минус 10 диоптрий. Преимущество данного метода в том, что не требуется формирование роговичного лоскута. Поверхность роговицы в ходе клир практически не затрагивается. Это делает методику минимально травматичной, тканесберегающей и щадящей для пациента. Операцию проводят с помощью швейцарского фемтосекундного лазера последнего поколения. В средних слоях роговицы формируется корректирующая линза, которая извлекается через микродоступ. Слои роговицы смыкаются, и пациент получает отличное зрение. Сегодня можно предложить индивидуально каждому пациенту тот способ исправления близорукости, дальнозоркости или астигматизма, который подойдет ему наилучшим образом, исходя не только из медицинских показаний, но и образа жизни, предпочтений и возможностей. Эта методика, говорят в клинике «Эксимер», позволяет вернуться к привычному образу жизни буквально через пару дней. Ирина Водина, Евгений Фахрутдинов, Марина Иконникова, «Вести Приволжья».